Итак, вот, так сказать, посадили на бутылку. Сегодня 1 апреля. Играл еще вот в ночь. Так получается. Да, сегодня, кстати, действительно 1 апреля. Вот в ночь буквально на 1 апреля такую флешмоб, так сказать, запустили такую фишечку. А знаешь, что в магазине появились еще, да, вот костюм яркой Пикси. Но крутой костюм, покупать я его, конечно, не буду. И вот такой тоже скин сделали из GTA Самп. Там вроде, если в игру перезаходить, то он убирается, но потом опять появляется, вот как-то так. Вот маунт я, кстати, впервые вот такой увидел. Вот сука. ПКшеры долбоебы на орде. Ну ладно, не будем обращать внимания. Вот такая вот бутылка. Она типа вместо маунта иногда прокает. Так-то у меня был снежный грифон, но иногда прокает. Кстати, гармонично достаточно, в принципе, сделали. То есть прям анимация видна и все такое. Сейчас вкратце покажу вообще, чего я достиг. Это, ну, я не играл где-то год или может больше. Пришел там со 190 каким-то гирскором, вот сколько, 3-4 дня поиграл, чуть-чуть вот там 208 я апнул, то есть я теперь бегаю героик Burning Crusade. Также выполняю вот тут квесты на Кельдонасе. То есть посмотрим, как буду дальше апаться. По сути, сейчас шмотки теперь с героика, да, то есть покупать ничего пока не буду. Буду шмотки с героя. Как я вообще апнул 208? Я там шмотки ПВПшные покупал за очки доблести и за очки чести. Вот таким образом добил гирскор. Теперь уже очень хорошие шмотки падают с героика. Вот, например, у меня кольцо 226. Это вот с героика БК. Вот таким образом. Конечно, у меня шапочка слабая, да. Шапку сменить, у меня гирскор будет средний, но я думаю, там 210, 212. Пока что над этим работаю. Офигеть, я сначала подумал, что это моб, а это игрок, оказывается. Алло. Вот что я заметил, очень живой сервер Cirrus X5, потому что вот недавно даже очередь была вечером, ну там 900 человек, кажется, очередь, но она очень быстро рассасывается, но все-таки, да, такой показатель. Серваки в Дубай перенесли, насколько я знаю, там даже рофл был, типа сервер Дубай X5. О, данж нашелся. Сервер Дубай X5 и Дубай X2. О, кстати, этот данж я еще не бегал. Я буквально вчера апнул гирскор 205, и меня теперь впускает на гер БК, то есть я сюда еще даже ни разу не входил. ПВП меня удручает, то есть в полях сражений, да, на БГ очень мало побед, очень меня это удручает. Процент побед 28, ну да. Вот ПВП я даже показывать не буду на самом деле. ПВП это просто я в стане стою и все. Меня просто из стана в стан кидают, убивают и на этом мое ПВП, к сожалению, заканчивается. Также забыл яд ребафнуть, как обычно. Ребафну. А тогда посмотрим, буду, конечно,
А, кстати, у этих пацанов уже нет этой оболочки CGI. Она как-то слетает рандомно, я не совсем понимаю, как. Так, зов приключений. Взятие башен под контроль. Ну, это тоже на PvP бустик такой. На дополнительные очки чести. Альянс всегда в меньшинстве. У нас баф превозмогания. В принципе, я без аддонов играю, то есть ДПС свой не вижу. Ну, по ощущениям, где-то, ну, 3К, наверное, ДПС, но, ну, может, чуть там поменьше. Какие-то секунды больше прокает, если критовать. Ну, в целом, что-то на типа 3К ДПС, я думаю, есть. Ну, тут вот в гере БК, скажем так, чуть-чуть напряженненько, то есть чувствуется, что пока сложноватенько тут, скажем так. Могу и отлететь тут. Потому что как бы в обычных вот ЛК, да, герой Клич Кинг, там-то как бы проблем не возникает. Посмотрим, мне самому интересно, докуда я все-таки добью гирскор. Жду Diablo 4. То есть, во всяком случае, наверное, до Diablo 4 поиграю. Там вот надо будет смотреть на самом деле. Все, в общем, буду держать в курсе событий. Как-то так.